С 11 по 15 сентября в Иванове пройдет первая фабрика «Авангарда». Фестиваль современного искусства проведут во второй раз. Программа составлена. В день запланировано от 7 до 18 мероприятий на любой вкус, выставок, показов, презентаций спектаклей. В прошлом году мы опробовали этот фестиваль, и блин не оказался комом, и мы решили продолжить. Тем более, что нас поддержал глава города Владимир Николаевич Шарыпов и всячески нам помог, в том числе финансово, провести и второй фестиваль современного искусства, первая фабрика «Авангарда», которая, несмотря какой по счету будет фестиваль, но фабрика «Авангарда» всегда останется первой. Из бюджета города на проведение фестиваля выделили 1,5 миллиона рублей. Еще 2,8 миллиона – средства президентского гранта. Такие вложения, по словам организаторов, позволят в этом году провести фестиваль на более высоком уровне. С учетом каких-то гонораров фактически все работают за идею. Люди приезжают просто часто даже на свои деньги и готовы участвовать в программе фестиваля, проводить лекции совершенно бесплатно и так далее. Иными словами, если брать две чаши весов, на одной деньги, а на вторую силы и организаторские какие-то затраты, вторая, возможно, и перевесит. В этом году к таким направлениям первой фабрики «Авангарда», как театр, мода и дизайн, хореография, фотография, актуальное искусство, добавится кино и музыка. Запланированный фестиваль интеллектуальной литературы. Появится еще одна площадка. Если в прошлом году на базе ЦКУ открылся центр «Авангарда», то теперь новое пространство создают в Дербенев-центре. Они сейчас реставрируют «Громобоя-2», это здание, бывшее кинотеатр «Великан», кто-то помнит его как «Таганка». И они прикладывают большие усилия, колоссальные, для того, чтобы еще и уложиться в срок к нашему фестивалю. И там откроется замечательное пространство, в котором будет размещена выставка, арт-проект «Острова Блаженных». Подробная программа фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте и выбрать мероприятие по душе. Тем более, что на большинство мероприятий, организованных столичными гостями, заявлены бюджетные цены. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.